никогда! Море крови. Ты знаешь, что такое море крови? Ты, наверное, не купался в этом дерьме. Приветствую, бойцы Земного Царства. Узнаете гангстера со стажем? Это руководство по самому неоднозначному персонажу третьего комбат-пака, Рейну. Если с Мелиной и Рэмбо все сразу стало ясно, то с полубогом у многих возникли траблы. Кто-то спустя пару дней уже и дропнул его, забив на все попытки освоить водные процедуры. Подавляющее большинство игроков считает, что дождь похож на Фуджина, и сложно с этим спорить. Этот тоже серии ударов пробивает как спецприемы, и частенько использует свою стихию как оружие. Однако, если говорить про геймплей и боевой потенциал, то что вообще из себя представляет пурпурный ниндзя? Когда впервые начинаете его щупать, сразу осознаете, перед вами настоящая вейв-дэш-машина. Да, рывки у Рейна просто бешеные, если грамотно отменять дэш и кнопкой блока, то по арене можно носиться как у гориллы. Чтобы добиться вейв-дэша, нужно сделать рывок, отменить его фазу восстановления кнопкой блока и последовательно прожать вперед блок и так далее. Тогда боец очень быстро задергается в сторону. Как раз это и является его главной сильной стороной. Он невероятно мобильный. Как говорил Камапуля, не останавливайся, и тогда противник будет бояться. Главное не останавливаться. Что до миксапов, то тут их практически нет. Ну, какие интересные отмены можно вспомнить? Рейн может вставлять свою низкую волну вместо оверхеда. А сколько у него оверхедов? Всего лишь один! Верно, поэтому только последний удар в серии 1-3-4 он может заменить на приливную волну для миксапа. Еще можно сделать отмену Поки в гидроподъем, он имеет всего 8 кадров стартапа и при усилении выводит на комбу, позволяя сделать удар в воздухе. Но это еще нужно грамотно подтверждать, ибо при попадании в хит нужно делать удар почти сразу, а если оппонент блочит, нужно немного подождать, чтобы не промазать. Ну или можно ударить ногой, такую атаку сложно будет перебить. Через поку также можно отменять катар с усилением, чтобы он был средней атакой. Ну или делать отмену в гидроплан, хотя вот за это вас уже могут наказать на блоке. Вот собственно и все разводки. Выходит, что от миксапов наш ниндзя не особо играет, зато играет от бросков. Они оба имеют Crushing Blow, ну или Crushing, и выполняется он при неудачном уходе. Учитывая, что дэши у нас очень быстрые, можно частенько подходить и бросать, главное делать это непредсказуемо и хаотично. По части ударов вы не найдете ни одной хорошо продвигающей вперед серии, с которой можно было бы конфермить комбы. Все серии атак, бьющие дальше его носа, это вперед 2 бросок 4, которая дает сокрушительный удар при контратаке или наказании. Ну или можно сделать вперед 2 вниз 4. Вперед 3 дает двухударную серию с подпрыгиванием. Ну и еще имеется назад 3-4, серия с нижнего удара, но опять же, через единственный удар делать отмену вы будете разве что на вивпаниш. Остальные серии Рейна пробиваются на месте и продвигают его только с последующих ударов. Отсюда возникает и другая проблема. Пурпурный дождь не может нормально наказать то, что серьезно отталкивает на блоке. Ведь большинство его спецприемов начинается за кадров 20. Вот такой необычный чар со своими недостатками получается, однако не все так просто. Прежде чем я дам вам рекомендации по игре за Рейна, повремените мгновение, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ты как здесь появился? Я появился с темноты, братишка. Сперва поговорим о стаггерах. Вам часто придется бросать противника, как раз потому что миксапами Рейн не блещет. Что это вообще значит, спросят зрители, которые играют в МК на ютубе. Стаггерить значит бить ударами с быстрым восстановлением, возобновлять атаку и не отдавать инициативу противнику. Ну бьете вы вперед 3 на скорпе, оп-оп, а оппонент не знает, будет там продолжение во второй удар. Подумает, а попробую-ка я влезть, и может получить сокрушительный удар за эту попытку. Нельзя недооценивать противника и жить. Вот это и называется стаггерить, и поскольку не все удары для этого подходят, акцентирую на этом внимание. У Рейна хорошо подойдет назад 2-1-2, начинается с быстрого среднего удара за 10 кадров, но дистанция минимальная, надо прям в упор стоять. Подошли к оппоненту и начинаете его шинковать. Назад 2, назад 2, назад 2-1 и погнали комбо. Иногда бьете по 2 удара, иногда делаете и третий завершающий, ну либо делаете бросок. 1-3 тоже вполне себе неплохой вариант, пока вражина ждет продолжения, вы ее хватаете. Учтите, что за некоторые серии вас могут наказать. Будете злоупотреблять серией 1-3-3, противник будет наказывать, приседая под последним ударом, потому что он высокий.
Танцевать танго через постоянные вперед 2, бросок 4 не советую, хотя не спорю, что это весело. Серия все же небезопасна на блоке, надежнее будет продолжать вперед 2 в другой удар, вниз 4. Но если все же хотите провести сокрушительный удар, то лучше всего это будет сделать в качестве наказания за лютый ансейв, например, цепь скорпиона. 2-4-2 не получится пробить на 2 удара без отмены в спецприем, а ведь на третьем ударе минус 9, и вас могут наказать джебом. Старайтесь все-таки играть безопасно. С обновлением Ultimate в МК-11 появился такой термин, как автомити. Так обозначают атаки, которые способны поразить стоящего противника, даже если он делает отложенное пробуждение, имеющее теперь уже единый тайминг. У Рейна автомити это назад 2-1. Если пробить эту серию в нужный момент после нокдауна, то встающий не сможет произвести атаку в обоих случаях. С обычным пробуждением он получает первый удар, с отложенным второй. Используйте эту серию, если оппонент пытается встать ударом. Есть и другой вариант, вперед 2, вниз 4. Наказывает перекат назад. Интересный момент с КБ на вперед 2 бросок. Его можно продолжить в фатальный удар, если прожать сразу после анимации с приближенной камерой. Также отмечу две неплохие атаки. Вперед 3. Этот двухударный нормал всего минус 1 на блоке, а значит можно нагло пихнуть поку и, к примеру, продолжить в бросок. И вперед 4 хорошо пробивает соперника, который пренебрегает блоком, когда вы чуть дальше, чем вплотную. Остановись, пока остановка не будет последней. Используйте Option Select через Roundhouse Kick. Каждый раз, когда вы будете напрыгивать ногой, прожимайте назад вперед 4. Таким образом, если противник блокирует напрыжку, спецприем все равно не сработает. А если вы попадете, Рейн сам сделает спешл. Только не забудьте прожать усиление, чтобы продолжить комбо и нанести побольше урона. Если заменять этот мув гидроподъемом, то такой чит вам будет уже недоступен. Не стоит недооценивать квантовый разлом. Да, он имеет некоторую синергию с квантовым порезом, потому что поглощение двух снарядов позволяет сделать сокрушительный удар. Но и без пореза такой барьер вполне можно взять. Скажем, вы делаете запасную вариацию и заменяете менее нужную способность на разлом против тех персонажей, у которых всего один снаряд. Например, против Джакса, против Котелькана, Коллектора и тому подобных. Не то чтобы Рейн должен зониться, но создавать угрозу на расстоянии тоже нужно. Пусть противник не расслабляется, закидывайте в него катар время от времени, а если он часто под ним приседает, усиливайте в последний момент, чтобы сделать его средней атакой и свалить с ног. Но не забывайте, что лучшая дистанция для нашего ниндзя – ближняя. Заменяя катар шаром из воды, который занимает 2 слота, вы лишитесь возможности запускать средний снаряд. Зато сколько опций, можно подкинуть вверх и закомбить через апперкот. К слову об апперкоте Рейна, вот что скинул Леха нам в Дискорд. Ссылка на наш Дискорд в описании, кстати. Пиздец. Так вот, можно кидать противника вперед, чтобы закомбить, если он далеко. И даже отбросить его назад, чтобы получить аж 53 кадра преимущества, можно спокойно подойти и бросить, либо закомбить со среднего удара, в надежде, что засранец присел без блока, чтобы избежать броска. Только не слишком торопитесь, а то броском промажете. Вообще комбо могут быть самые разные, в этом плане Рейн очень интересен. Если вы боитесь, что спецприем при жонглировании может промахнуться, то можно завершить его серией 2-4-2 бросок. К тому же такое завершение оставит вражину прямо у ваших ног. Как и ладонь гейзера, собственно, а ведь она еще неплохой урон дает, да и антиэрить ей тоже приятно, всего 9 кадров стартапа. Но шар может понравиться далеко не всем. Катар начинается за 13 кадров, а шар за 17. Он высокий, дает невыгодный размен, потому что наносит всего 5% урона. Пурпурная боль, она же молния, является довольно дорогим и ненадежным сетапом. За 2 слота вы получаете возможность создать угрозу в определенной области. Наводится способность, конечно, хорошо, тут аж 4 разных дистанции, но чтобы тучка действительно стала полезной, ее приходится усиливать. В противном случае вы рискуете и вовсе ее лишиться, если получите урон, а стартапу способности долгий. Обычно молнии заканчивают серию 1-1-3. Отдельного внимания заслуживает нырок Аргуса, он же пузырь. Этот прием пробивает броню и дает сокрушительный удар в таком случае. При этом он еще отлично тащит противника в угол. Но чтобы не оказаться в углу самому, нужно удерживать кнопку назад.
Этот спецприем неплохо помогает противостоять зонингу, если взять эдонистскую мощь. Пролетая над проджектайлами, вы запросто сможете сделать сокрушительный удар. В попытках пробить броню избегайте повторений. У меня выдался удачный бой против нуба. Пробил броню после апперкота, потом сделал нырок после удара ногой. Это, наверное, очень обидно. А чё лично? Просто бизнес, Эри. Надо выйти из угла, изи, прыжок и пузырь. А знаете, как еще можно получить КБ на максимальной дистанции? Беру вот баскетбольный мяч, камапуля, изи. Кидаю в сторону Астрана, там, километров 800, да хуй его знает. Долетает за час, изи. Ша! Ну и напоследок напомню, что фатальный удар можно делать на более дальней дистанции, если удерживать вперед. Таким образом, на средней дистанции можно даже избежать наказания. Я тебе сделал мураки, во-первых. Если вам понравилось видео, обязательно влепите лайк, долбаните в колокольчик и подпишитесь, блин, на канал, потому что это очень важно. Играйте за Рейна, не надо там по углам шабить, спамить слайды на Саб-Зира. Не болейте и играйте в Mortal Kombat красиво.